Министры иностранных дел Турции и Конго заговорили на русском языке. Курьезный случай произошел на днях во время совместной пресс-конференции. Thank you, my brother. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Встреча Мевлюта Чавушоглу и Жан-Клода Гакасо проходила в Анкаре. По ее итогам состоялась совместная пресс-конференция. Главы внешнеполитических ведомств Турции и Конго отвечали на вопросы журналистов. После этого Мевлют Чавушоглу поблагодарил своего коллегу из Конго на трех языках, в том числе и на русском. Жан-Клод Гакасо ответил взаимностью, причем практически без акцента. Спасибо, дорогой. Неудивительно, ведь министр из Конго окончил Ленинградский государственный университет в 1983 году по направлению журналистика. В свою очередь, глава турецкого МИД ранее сообщал, что изучает русский язык и уже достиг неплохого уровня.